Добрый вечер. Вы смотрите итоговые новости агентства «Хабар». В студии работает Вера Негрей. Нурсултан Назарбаев встретился сегодня с министром иностранных дел Исламской республики Иран Мухаммадом Джавадом Зарифом, который прибыл с визитом в Казахстан. Стороны обсудили целый спектр вопросов двустороннего сотрудничества Астаны и Тегерана. По словам президента Казахстана, наша страна рассматривает Иран в качестве близкого политического и экономического партнера, отношения с которым развивались всегда, несмотря на различные трудности. Глава внешнеполитического ведомства Исламской республики передал Нурсултану Назарбаеву приветствие от президента Ирана Хасана Рухани и выразил особую благодарность за помощь в проведении переговоров со странами «шестерки» по иранскому ядерному вопросу. Со всеми главами государств Ирана я работал в доверительном ключе. С нынешним президентом Хасаном Рухани в прошлом году мы встречались 4 раза. Между нашими странами имеется большой потенциал для сотрудничества. Проводится большая работа в рамках возрождения Великого Шелкового пути. Железная дорога из Казахстана с выходом к Персидскому заливу внесет вклад в укрепление экономических связей. Также между нашими странами налажено взаимодействие по Каспийскому морю. Казахстан и Иран являются дружественными государствами, имеющими общую историю и культуру. Между нашими странами имеется близость позиций по многим международным и региональным вопросам. С момента визита президента Хасана Рухани в Казахстан уровень взаимодействия между нашими странами в торгово-экономической сфере заметно возрос. Мы надеемся, что ответный визит Нурсултана Назарбаева в Иран придаст новый импульс укреплению экономических связей. Укрепление связи между Казахстаном и Ираном также сегодня обсудили председатель Сената Касым-Жомарт Токаев и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Для развития политических контактов с Меджлисом Исламского совета Ирана спикер Сената пригласил иранских парламентариев посетить Астану. В свою очередь, иранский политик отметил, что новый импульс двустороннему сотрудничеству между странами придаст планируемый визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Иран. Гость высоко оценил вклад Казахстана в переговорный процесс по урегулированию иранской ядерной программы. Казахстан является важным игроком в этой сфере, как страна, твердо приверженная режиму нераспространения и добровольно отказавшаяся от ядерного оружия. Мы все хотим безъядерного мира, подчеркнул Мухаммад Зариф. Еще около 400 краткосрочных наблюдателей от стран-участниц ОБСЕ прибудут на президентские выборы в Казахстане. Сегодня об этом членов Республиканской комиссии по контролю за выборами проинформировали руководители миссии. Между тем, сейчас в республике уже работают несколько десятков наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ. Представители общественной комиссии отметили высокую социальную активность избирателей в регионах и добавили, что казахстанским наблюдателям в день выборов оплатят расходы на сотовую связь. Наша задача комиссии, она заключается в том, чтобы в том числе и вот наших иностранных друзей, коллег, их поучить нашему опыту. Я сейчас вернулся из Мангыстау, там уже все избирательные участки готовы. Везде, так сказать, стоят портреты кандидатов, необходимые выделенные места для наблюдателей, то есть порядок. Вот я думаю, что этому порядку надо у нас поучиться. Участковые избирательные комиссии Уральска начали раздавать пригласительные на выборы. В целом в регионе смогут проголосовать 404 465 человек. Почти 200 тысяч из них проживают в областном центре. В день выборов будут работать 523 избирательных участка. За законностью электорального процесса будут следить свыше 3500 наблюдателей. Избиратели, не нашедшие свои фамилии в списках в день выборов, все же смогут проголосовать. Их данные будут уточнять сотрудники центров обслуживания населения. Совместно с ЦОНом Даугурис определяем оперативном порядке, во время пришел, его не находил в списке, мы оперативно запрос делаем ЦОН, ЦОН оперативно нам дает ответы, что да, такой человек есть, он зарегистрирован, живет по такому адресу. И мы вводим дополнительный список по данным ЦОНа, его запускаем, чтобы голосовать. Наша работа избирательной комиссии в разгаре. Списки получены своевременно. Сегодня уже в это время приглашение разносится жителям, которые проживают на территории нашего участка. Причем одновременно мы и выявляем тех
людей, кому в день выборов нужны будут переносные урны, то есть кто по состоянию здоровья не сможет участвовать, не сможет прийти на избирательный участок. Во всех регионах Казахстана Республиканская комиссия по контролю за выборами готовит к работе наблюдателей. Планируется, что 26 апреля за ходом голосования будут следить порядка 10 тысяч казахстанских наблюдателей. Эксперты констатируют, жители республики включились в электоральную кампанию, и особенно активно молодежь. Нам, членам комиссии, очень нравятся те молодые люди, которые приходят добровольно работать в качестве наблюдателей. Это люди, которые именно хотят внести свою лепту, понимают и осознают. То есть это такая все-таки ответственность. И вот это, именно это, наверное, воспитывает вот это поколение в том, что оно ответственно за будущее вот этого общества, государства. Западно-Казахстанская область будет голосовать за Нурсултана Назарбаева. Сегодня этот регион посетили члены Республиканского общественного штаба главы государства. Они встретились с рабочими, студентами, аграриями и представителями этнокультурных объединений. Западно-Казахстанская область может служить примером для всей страны по качеству реализации президентской программы индустриально-инновационного развития. За последние 5 лет здесь сразу вдвое подскочили объемы промышленного производства с 800 миллиардов до 1 триллиона 600 миллиардов тенге. Запущено 38 новых заводов, которые обеспечили стабильным заработком свыше 2000 человек. Глава нашего государства – металлург. И вы тоже работаете с металлом. Что может быть прочнее металла? Прочнее металла может быть только профессиональная солидарность металлургов и металлистов. Я абсолютно уверен, 26 апреля вы докажете всем казахстанцам, что прочнее металлургов и металлистов не может быть ничего. Все на выборы, все голосуют за нашего президента. Наш президент держит на особом контроле развитие малого и среднего бизнеса. Мы, участники дорожной карты бизнеса 2020, впервые озвученные главой государства в своем послании народу Казахстана. Благодаря этой программе я реализовал свою мечту, сделал шикарное производство. Все это было достигнуто благодаря мудрой политике нашего президента. Мы должны ценить то, что у нас есть. И мне не безразлично, в какой стране буду жить я и мои дети. Мы за стабильный Казахстан. Мы за Нурсултана Назарбаева. Недавно Нурсултан Назарбаев провел большую встречу с представителями нового поколения Казахстана. Здесь гордятся, что она состоялась именно в Уральске, и считают, что это не случайно. Идеи, озвученные главой государства, сейчас активно обсуждает вся молодежь области. Нурсултан Абишевич Назарбаев очень много сил уделяет молодежи Казахстана. Это, конечно же, чувствуется. И 26 апреля я, так же, как и молодежь всей страны, буду голосовать за Нурсултана Абишевича Назарбаева. Потому что Нурсултан Абишевич – это наш лидер нации. Поддержка молодежных инициатив, повышение ответственности, самостоятельности, расширение прав молодых людей – таков курс лидера нации. Поддерживаете? Ведет к победам Казахстан! Президент наш! Скоро в Западном Казахстане откроется Дом дружбы. Его возводят по поручению главы государства. Этого события с нетерпением ждут представители этнокультурных объединений области. Единство народа и общественное согласие здесь называют фундаментом казахстанского успеха, который построил Нурсултан Назарбаев. 2 апреля посещал он нас. Он создал для нас праздник, для всех уральцев. Казаки никогда нигде не снимали шапки. Я президенту сказал, что я снимаю перед вами шапку, так как вы являетесь отцом Ассамблеи народа Казахстана. Мы призываем всех здравомыслящих людей голосовать за нашего кандидата, за президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Ибо мы видим только наше будущее и путь будущего только во главе с ним. Только он, человек, обеспечивший нам мир и стабильность сегодня, только он, человек, который добивается поставленных целей и задач, только он, человек, который работает на результат, должен быть президентом Республики Казахстан. Елена Ширабер, Еділ Ермекбаев и Жумагали Бергибаев, Уральск. Вопросы проведения электоральной кампании и важность общественного наблюдения за работой избирательных комиссий обсуждали сегодня в предвыборном штабе кандидатов в президенты страны от КНПК. Там прошла встреча Тургуна Сыздыкова и главы его штаба Айкына Конурова с представителями Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами.
На встрече с представителями комиссии по наблюдению за выборами Тургун Сыздыков прежде всего отметил строгое соблюдение действующего выборного законодательства его избирательным штабом. Он констатировал четкое следование принципам прозрачности и открытости выборного процесса, широкого освещения электоральной кампании в республиканских и региональных масс-медиа. Я имею возможность проводить встречи с избирателями, активно используя медийный ресурс. Установлены агитационные баннеры, расклеены плакаты. Наши агитаторы распространяют партийную атрибутику. На сегодняшний момент, подчеркнул кандидат в президенты страны от Коммунистической народной партии Казахстана, с регионов в республиканский штаб не поступило ни одной жалобы о каких-либо нарушениях. В целом, как проинформировали представители общественной комиссии по наблюдению за выборами, в избирательной кампании участвуют свыше 200 горкомов и райкомов и более 2000 первичных партийных организаций. Приоритетным направлением штаба стала организация встреч кандидата с населением. И мы уже имеем результаты. Как проинформировал наблюдателей глава штаба Айкын Конуров, агитационная работа кандидата от КНПК получает полное освещение в СМИ. Республиканским штабом организовано 11 встреч Тургуна Сыздыкова с избирателями в 8 городах Казахстана. Назия Туякова, Ирсен Мухаметалин, Ганял Шумбаев и Антон Баутрушевич. Астана. В павлодарском штабе Тургуна Сыздыкова работа в разгаре. Встречи с избирателями и раздача агитационного материала продолжается без выходных. Также активно трудятся и доверенные лица кандидатов в президенты в Алматинской области. В Талдыкургане уже разработан график мероприятий. В Алматинском областном комитете КНПК насчитывается около 6 тысяч членов. В основном это пенсионеры и ветераны труда. Обком имеет свои представительства в 10 районах и городах региона. Мы стараемся в основном работать через интернет. Информационная база вся там находится. Также контактируем напрямую. Свою работу агитационные группы начали с выезда в самые отдаленные районы. Здесь намерены охватить не только районные центры, но и побывать в крупных сельских округах, провести там встречи с избирателями, развесить свои плакаты, раздать агитматериалы. Все проходит в нормальном рабочем режиме. На встречах мы рассказываем о платформе нашего кандидата. Говорим и о том, что коммунисты выступают за пропаганду отечественных ценностей, подчеркивая негативный эффект, к примеру, от употребления фастфудов. В Павлодаре у кандидата в президенты Тургуна Сыздыкова 15 доверенных лиц. Коммунистическая ячейка здесь работает больше 10 лет, а потому к работе приступили слаженно. Есть четкий график, по которому и действуют. Проводят агитацию по всей области, а в самом офисе заработала общественная приемная КНПК, где рассказывают о предвыборной платформе своего кандидата. В наших рядах много людей, которые уже годами стоят в рядах коммунистов. Это значит, что идеи марксизма, ленинизма им не чужды. Они полностью поддерживают высказывания нашего кандидата. Это и вредные последствия употребления фастфуда, и влияние западной культуры. Главные тезисы предвыборной платформы не только печатают на специальных агитационных листочках. В павлодарском штабе работает специальный телефон. Постоянное дежурство ведут доверенные лица. Они и общаются с избирателями. Ведем всю агитационную работу. Вот. Сегодня мы ожидаем новые агитационные листки. Потом у нас идет раздача газет нашей партии и раздача предвыборной платформы. В областном центре павлодарские активисты КНПК планируют провести несколько больших мероприятий. В списке первоочередных – субботник и концерт. Лилия Шимарданова, Салаут Игиликов, Адильхан Сахари, Павлодар, Талдыкурган. Кандидат в президенты Абильгазы Кусаинов приехал в Актюбинскую область, чтобы агитировать за свою кандидатуру. Поездка по региону началась со встречи с избирателями в областном центре. Напомню, в своей предвыборной программе Кусаинов делает ставку на решение проблем экологии и промышленной безопасности. Предвыборная кампания в самом разгаре. Кандидат президента Абильгазы Кусаинов встречается с актюбинским электоратом в областном доме творчества. Здесь собрались горожане разных возрастов и социальных групп. За процессом агитации внимательно следят наблюдатели от ОБСЕ. Свое общение с аудиторией Кусаинов начал со статистики, связанной с проблемой глобального изменения климата. Он отметил, что за последние 15 лет среднегодовая температура на Земле выросла почти на 1 градус. Вероятно, у кандидата в президенты есть надежда, что констатация таких данных заинтересует избирателей. По его мнению, все беды современного человека связаны с промышленными выбросами в природу и плачевным состоянием окружающей среды. Экологические проблемы порождены резко возросшими масштабами промышленного воздействия человека на окружающий мир. Человечество уже живет в условиях все нарастающего экологического кризиса, который превращается в кризис всей цивилизации.
Одни из наиболее ярких посылов кандидата – усиление внимания к вопросам охраны природы и обеспечения рационального использования ресурсов, а также внедрение системы промышленной безопасности. Доверенные лица, поддерживая Хусаинова, старались не только донести до простого избирателя основные положения его предвыборной программы, но и разъяснить их. Человек на современном этапе без кардинальных действий не сможет переломить тенденцию ухудшения состояния окружающей среды. Поэтому сегодня надо говорить об экологии не только как о разделе биологии, но в более широком смысле. Во второй части встречи вопросы из зала посыпались один за другим. Общественность в основном интересовалась видением Хусаинова в решении озвученных экологических проблем, то есть тем, как кандидат в президенты будет реализовывать намеченные в программе планы. Хайрат Абульхасова, Серик Коңырбаев, Асхат Азретханов, Ахтубе. В других регионах страны агитационная работа штабов кандидатов в президенты Бельгазы Хусаинова также в разгаре. Ежедневно проводятся встречи с избирателями, раздаются листовки, устанавливаются билборды. Экологическая компетентность и промышленная безопасность – это ключевые принципы предвыборной платформы кандидата в президенты Абельгазы Хусаинова. Как признаются доверенные лица павлодарского штаба, помимо самого представленного политического курса, население интересуется биографией кандидата. На все вопросы активисты незамедлительно отвечают. Связь мы поддерживаем, как говорится, 24 часа в сутки. То есть работа она и в выходные дни, и если надо, в поздние вечера проводится. Проверяется наличие плакатов, чтобы они всегда были. Если какие-то вопросы возникают, скажем, у граждан, они отвечают на эти вопросы. В основном вопросы возникают такого характера, скажем, политика, то есть направление нашего кандидата, на что задачи, какие цели. Всем известно, что основная задача – это экология, безопасное производство. Сегодня в Павлодарском областном штабе в поддержку кандидатов в президенты Абельгазы Хусаинова работает 16 человек, 13 из них – доверенные лица. Агитработой охвачены 3 города и 10 районов области. Ежедневно здесь расклеивают листовки и установили несколько билбордов. Работа по продвижению и пропаганде кандидата Хусаинова проводится и в Жамбылской области. 13 человек работают в регионе, отмечают, все условия для агитации созданы. В нашем штабе созданы все практические условия, организована материально-техническая база, нам предоставлены плакаты агитационные и программы кандидата. Нужно отметить, что мы работаем в тесной связи с областной избирательной комиссией, которая консультирует и объясняет, каким образом должна проводиться наша работа. Встречи с избирателями все еще будут проводиться вместе с разъяснением предвыборной платформы Абельгазы Хусаинова. В ней отмечается, что хорошая экологическая обстановка – залог человеческого здоровья, потому программа направлена на борьбу с загрязнением окружающей среды. Назым Тинельбаева, Алма Уразбаева, Салават Игликов, Павлодар, Жамбылская область. Грузинский лари продолжает падать. Предприятия малого и среднего бизнеса терпят значительные убытки. Правительство обещает, что стабилизировать ситуацию удастся к лету. Но бизнесмены опасаются, что будут вынуждены закрыться уже в ближайшее время. С ноября прошлого года национальная валюта Грузии обесценилась почти на 30%. В стране растет инфляция, сильнее всего дорожают фрукты, алкоголь и табачная продукция. Владельцы малого бизнеса в Тбилиси жалуются на падение покупательского спроса. Посетителей стало почти в два раза меньше. Раньше я продавал в день 10 джинсов, а теперь только 5. У магазина много расходов, а мне нужно приносить что-то домой. Если раньше с джинсов, стоивших 20 лари, я имел прибыль в 5 лари, то теперь только 3 лари. Если кризис затянется еще на полгода, многие предприниматели будут вынуждены закрыть свой бизнес. Правительство обещает, что к лету приток иностранных туристов и строительство крупных инфраструктурных проектов помогут стабилизировать ситуацию. Однако экономисты оптимизма властей не разделяют. Экономическая ситуация тяжелая, так как лари все еще не стабилизировался. Колебания курса продолжаются, ситуация не ясна, и на валютном рынке сохраняется нервозность. Пока лари не найдет новое равновесие, будет тяжело успокоить бизнес и привлечь инвесторов. Пытаясь поддержать национальную валюту, грузинский Центробанк продал в феврале и марте 80 миллионов долларов. Однако, по оценкам экспертов, проблему это не решило. В текущем году грузинское правительство ожидает сокращения экономического роста страны с 5 до 2%. Тем временем в Международном валютном фонде считают, что и этот прогноз может не оправдаться. Диана Алишева, Арелы Малькенова.
В Бразилии прошли масштабные антикоррупционные протесты. Митинги охватили 24 из 26 штатов. Наиболее многочисленной стала демонстрация в Сан-Паулу. Там на улице вышли 270 тысяч человек. Причиной протестов стал громкий коррупционный скандал в государственной нефтяной компании «Петробрас». Демонстранты требовали тщательного расследования дела и восстановления нанесенного экономического ущерба. В целом митинги прошли мирно и без столкновений с полицией. Это уже вторая за несколько недель подобная демонстрация. Месяц назад в Бразилии на улицы вышли почти 1,5 миллиона человек. В Атырау приступила к работе первая в Казахстане геохимическая лаборатория. Комплекс уникального оборудования позволит использовать новые технологии в геологоразведке при освоении новых месторождений и добыче нефти. В перспективе казахстанские ученые смогут оказывать коммерческие услуги международного уровня иностранным компаниям, а наша страна станет региональным лидером в области геохимических исследований. Подробно расскажет Виктор Сутягин. Новую геохимическую лабораторию передали тарауским ученым компании Shell и «Казмунайгаз» в рамках дорожной карты развития добывающей отрасли Казахстана. Стоимость лаборатории – 3 миллиона долларов. Это целый комплекс самого современного в мире оборудования. Новые технологии ноу-хау позволяют получать качественно новые данные при поиске, освоении и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Эта лаборатория уникальная. Анализируя нефть, можно обнаружить новые запасы углеводородного сырья в Казахстане. Применяется принцип фингерпринта, то есть дактилоскопии, то есть на молекулярном уровне можно узнавать, откуда, с какого горизонта, с каких месторождений или в каких структурах могут залегать углеводородное сырье. Используя инновационные технологии, исследователи недр смогут сохранить десятки и даже сотни миллионов долларов. Сегодня бурение одной скважины может стоить от 20 до 200 миллионов долларов. Проведение геохимического анализа в лаборатории обойдется в несколько сот долларов. А конечный результат один. НИИ «Каспий-Мунайгаз», где будет работать лаборатория, наверняка сможет принять участие в амбициозном проекте по бурению в Казахстане сверхглубокой скважины в 15 тысяч метров. При бурении параметрической скважины мы 100% можем использовать данную технологию, так как у нас будет большой шанс для изучения земной коры, недр. Геохимическая лаборатория уникальна тем, что подобной больше в странах СНГ нет. Местные ученые могут работать не только на казахстанские компании, но и предоставлять коммерческие услуги международного уровня. Поэтому у нашей страны есть реальная возможность стать центром передовых знаний и региональным лидером в области геохимических исследований. Виктор Сутягин, Тимирлан Сутунгазиев, Атырау. Ветеран войны Ольга Бабчук из села Красный Яр получила телевизор от агентства «Хабар». Мы продолжаем республиканскую акцию «Спасибо за победу» и вручаем подарки тем, кто подарил нам мирную жизнь. В те далекие годы наша героиня была медицинской сестрой. Она спасла сотни солдат. Соли Кусаинова о том, как готовили и вручали сюрприз. Рабочий день в корреспондентском пункте в Кокшетау начали необычно, с упаковки большого подарка. Он для ветерана Великой Отечественной войны Ольги Бабчук из села Красный Яр. Военную медсестру, прошедшую суровую закалку, сюрприз растрогал. Ольга Николаевна, мы к вам с подарком. С праздником вас хотели поздравить. Спасибо. От нашего агентства «Хабар». А что это, простите? Телевизор. Тяжело все вспомнить. Просто так, однокровно смеяться. Но я очень благодарна. Служила в отдельном медико-санитарном батальоне, который следом шел за фронтом. Нас 12 девочек с 9 класса. Мы отбыли честно, несли честно службу. Первую медаль я получила в 42-м году за чуткость, разоблачила рацию. Военная медсестра, комсорг батальона, 4 года спасала солдат в санитарном поезде и на поле битвы. На плащ-палатках и ветках, на себе, под обстрелом выносила раненых. За мужество награждена медалями и орденами. Сержант медицинской службы теряла друзей, но не имела права на слезы. Впереди шла повозка, а позади Красный Крест. С той повозки били слышны, голос слышен. Скоро нам конец. Подождите, потерпите. Умоляла их сестра, а сама едва шагала. Вся измучена была. Вот приедем мы на место, накормлю всех, напою, перевязки всем поправлю, домой письма напишу. С
старшина станет перед строем и говорит: прежде всего вы, бойцы Красной Армии, прекратите слезы. А как же не прекратить? Как же их прекратить? Когда тут перевязку делаем, а сзади уже умер молодые юные солдаты. Все пережили. Вот видите, наверное, так закрепилось такой жизнью. В такой жизни я когда-то без вас, мне казалось, что у меня руки еще кровью слышно. Ольга Бабчук встретила великую победу на медицинском бронепоезде в Чехословакии. После войны создала семью, приехала из Украины на Целину. Так Казахстан стал новой родиной. Характер такой стальной, всегда по-солдатски. Закалка у нее такая, и всегда что-нибудь делает, так быстро сделает сразу. Я, говорит, все по-солдатски сделала. Мы, говорит, все гордимся нашей бабушкой, у нас вся очень большая семья. Ветеран Ольга Бабчук – гордость всего села. В преддверии победы, впрочем, как и всегда, в ее доме часто встречают гостей. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Сауле Кусаинова, Анатолий Полян и Евгений Шинкаренко, Кокшетау. Казахстанские тяжелоатлеты Игорь Сон и Татьяна Капустина по итогам голосования болельщиков признаны лучшими спортсменами чемпионата мира среди юношей и девушек до 17 лет, который прошел в Лиме. Оба атлета завоевали золотые медали. Игорь Сон отличился в категории до 50 килограммов, а Татьяна Капустина в весе свыше 69 килограммов. На чемпионате мира в Перу казахстанцы выиграли также серебряную и бронзовую медали. Среди призеров Айгери Маубек и Шингиз Сагандыков. В соревнованиях участвовали 189 тяжелоатлетов со всего мира. И сегодня в Алматы стартовал чемпионат мира по тогоскумалаку. В соревнованиях принимают участие представители 23 стран, в том числе США, Афганистана, Ганы, Германии, Италии, России, Китая и Швейцарии. В составе сборной Казахстана 8 спортсменов. Это уже третье мировое первенство по тогоскумалаку. Сейчас национальная казахская игра входит в программу всемирных интеллектуальных фестивалей и олимпиад. Соревнования в Алматы пройдут среди мужчин и женщин в трех дисциплинах. Финальные игры состоятся 17 апреля. В первом чемпионате мира, который мы провели в Астане, участвовало 16 стран. Сейчас вот третий чемпионат мира, где приехали уже 23 страны. Это говорит о том, что тогузмалак как настольная игра, интеллектуальная игра, привлекательна, и оно имеет право быть на всемирно известной игрой. Выпуск новостей завершен. Спасибо за внимание. Приятного вечера и спокойной ночи.